Был такой человек Лерон, никто его не помнит. Вот Лерон, как говорили, умер на Арбате от разрыва сердца, когда у него какая-то урла отняла гитару. В связи с этим очень грустная песня была сочинена. Он умер от разрыва сердца, обняв свою гитару. Он смог отнять ее у них, его почти не били. Он просто умер от разрыва сердца, обняв свою гитару. Другой пошел за Анашой, в него воткнули нож большой и распороли пополам. Душа валялась по углам, этот умер от разрыва сердца, его почти не били. Третий был бомжом давно, изгнили ноги, как бревно, изгнили ноги до кости, и тело некому нести. Этот умер от разрыва сердца, обняв свою гитару. А этот с рожей каменной идет с видеокамерой, шагает гордый, как герой, в погоне за чужой игрой. За тем, кто умер от разрыва сердца, обняв свою гитару. Смотри, поднявши к небу глаз, как смотрят ангелы на нас, фотографируя полет того, кто раньше всех умрет, того, кто умер от разрыва сердца, обняв свою гитару.